Сегодняшние техники и приемы, как вы считаете, пошли вам на пользу? Начнем с эмоционального, то, что произошло, это куча позитива, на самом деле, у меня такой подъем был вообще, ну, как-то так в прошлое немножко. Да, вот дыхание, это действительно, я вот стоял, подышал, вот я реально почувствовал, что у меня аж все тело начало колоть, как бы, да, ну, как холотрот, там, дыхание такое. Когда я тут вышел, я вот сам уже услышал, да, ну, ноты, как я попадал, как, ну, очень круто. Цель мастер-класса, да, я так понимаю, ну, она достигнута. Очень хорошо, да, насладилась тем, что я посмеялась хорошо от души. И вообще очень такой творческий человек, приятно очень с такими людьми, ну, вообще общаться. Очень люблю петь с детства, но и все говорили, что и голос хороший, и слух есть, но как-то не реализовалось, может быть, уже вот на старости лет. Sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good that I got a year. Скажите, да, пару слов о сегодняшнем мастер-классе. Какие результаты и впечатления вы испытали сегодня? Да я знаком, на самом деле, с Лунстром уже. И как он поет, тоже знаком. Поэтому я просто утвердился опять в том мнении в своем, что хорошо поет, молодец. И есть сомнения, конечно, что начнешь так же петь, но мне кажется... Нет, так же, как Лунстром, вы не начнете петь. Вы начнете петь, как вы можете. Понятно, нет, я... Желание, на самом деле, хороший этот, мастер-класс, появляется сразу желание именно походить. La lirica
Se pensò poi tanto, ma sentiva già felice e ricomincia il canto. E так далее. Сегодня прошел твой очередной мастер-класс. Мы просили у людей, они получили действительно классные положительные эмоции. Очень рад, то, что они получили положительные эмоции. Значит, не зря провел мастер-класс. Лунстром, расскажи о своей методике, такой краткой, такой именно концентрированной методике. За 8 занятий учишь петь любого. Это как? Ну, на самом деле, этому был посвящен целый весь мастер-класс, как это возможно. На самом деле, все просто. Просто большинство людей говорят о каких-то частичных моментах, но не видят полностью картину целом. Я же даю принципы и основы, на котором все строится. И чем чаще будет эти принципы человек повторять, тем он будет лучше петь, и голос его будет с каждым днем все лучше и лучше распеваться. На самом деле, как и в жизни, принципы, они везде простые. Вся трудность заключается в том, чтобы их постоянно, неизменно повторять. Вот, в принципе, что я пою. А если так вот, так сжато очень сказать вообще, что такое голос, это просто нужно доброе сердце, очень широко открывать рот, но не слишком. Вот. Потом, чтобы грудные резонаторы были и диафрагмальное дыхание. И тогда все будет хорошо. Ну и самое, в первую очередь, главное, чтобы человеку пелось хорошо, это уверенно. Никогда не сомневайтесь. Голос, поначалу он не очень красиво звучит, а потом он превращается в очень красивый. Главное дать себе возможность вырасти и развиваться. И самое главное, отключите внутреннего критика, который вам мешает петь. Лунстром, правильно ли тебя понял, что твоя методика преподавания основана не только на каких-то физических аспектах, но и, в первую очередь, психологическо-умственных? Это в первую очередь. Да, потому что есть как бы два пути. Можно через физику формировать психологию, либо через психологию формировать физику. Очень важно понять важный момент. Когда ты человека учишь, он должен видеть конечный результат и точку, где он находится. И потом ты, как преподаватель, должен выстроить ему четкую стратегию достижения этой цели. И когда ученик уже будет приходить на какой-то урок, он будет видеть, в какой он точке находится. И тогда в его голове ясность. А самая большая ошибка, которая может быть там либо у преподавателей, хотя каждый в меру своего понимания дает, да, что-то, это когда человек, он говорит «делай», а человек не видит конечной цели, к чему он стремится. И поэтому у него получаются неэффективные действия, и мотивация не такая сильная. Показываю эту точку, показываю этот путь, и каждый раз, когда ко мне человек приходит, он видит, где он находится, и поэтому его энтузиазм никогда не угасает. А тем более месяц, не так-то долго энтузиазм можно удержать.